Юнкоровское движение охватило всю Кубань. Цель приезда юных журналистов в Анапу – не купание в море и солнечные ванны, а обучение мастерству журналистики. Ребята научились добывать нужную информацию, обрабатывать ее по законам выбранного жанра, готовить материалы к выходу в печать, попробовали себя в роли теле- и радиоведущих. Мы рады приветствовать вас на нашей гостеприимной земле. Глава муниципального образования город-курорт Анапа Сергей Павлович Сергеев шлет вам самый солнечный привет. И очень-очень рад, что вы выбрали для отдыха именно наш замечательный город. Наш город – лучший курорт Кубани, лучший детский курорт. И мы рады вас здесь видеть всегда. Приезжайте к нам почаще. Отличная смена. Я был у вас здесь на прошлой неделе. Мы проводили с юнкорами мастер-классы. Замечательные ребята. За активную работу лучших отметили грамотами. С детства этим занимаюсь, и мне очень интересно. Мне интересно придумать сценарий, снимать фильмы, задавать какие-то вопросы, придумывать вопросы на интервью. Это очень увлекательно и интересно. Такая уникальная творческая лаборатория позволяет каждому юнкору максимально полноценно подготовиться к будущей профессии. Краевая власть постаралась и создала для вас такие условия, когда вы могли сделать первые шаги в профессию. Это правда здорово. Не в каждом регионе такое есть. Юнкоровская смена. Я вас поздравляю и думаю, что вы уже сегодня определились со своей будущей профессией, и мы вас ждем на факультете журналистики Кубанского государственного университета.